Слушайте, подарите нам вот эти вот фонари для музея. Понимаете? А мы их не можем даже отдать, потому что они у нас на балансе как действующие. Вы вот понимаете свои преимущества, понимаете? Да, конечно. Мы только в прошлом году поменяли... Живете в антиквариате просто. Да. Ну, они мечтают это получить в музее, а вы этим пользуетесь каждый день. Да. Они у нас на балансе как действующие. Вы понимаете свои преимущества, понимаете? Да, конечно. Мы только в прошлом... Понимаете? А мы их не можем даже отдать, потому что... Слушайте, подарите нам вот эти вот фонари для музея. В том году поменяли... Живете в антиквариате просто. Да.